Приветушки всем! Это снова мы, это снова Фазмофобия, Илья, София. И Ралиф, Я. который не заходит никогда в Фазмофобию. Я захожу в доту. Сидит там, дотит. Так, Сандра Милс. Надативаю. Надативаешь? Ну мы тогда отвернемся. Сфотографировать призрака, сбежать от призрака, заставить потушить свечу. Блин, сейчас круга не будет по-любому, да? Конечно же, зачем? Нам же сфоткать надо. Надо было сказать, и я того же мнения. А? Зеркало, да. А, зеркало? Понял, понял. Отчаянный, а я? А как же я? Я тут в этом доме знаю одну хорошую прятку, особенно если призрак далеко будет. Так, в джинсах ничего нет. Я просто не знаю, эта серия, мне кажется, еще не вышла. Мы там с Игорем играли, Игорь, Софья, я. Ой, на втором этаже где-то. О, боже мой, блядь. Вот, и я, короче, призрак на втором был этаже. А там, знаешь, вот эта комната, Илья, после кухни, маленькая. И я быстрее туда рысачу при каждой атаке. Там занято. Кто свет включил? Кто свет выключил? Ребята, это второй этаж. Мы включили. Это второй этаж. Он сначала свет включил. Ну или вы там свет включили, свет был включен. А потом выключил при мне. Фокусы. Коридор, по-моему, второго этажа. Кроссовок он отлетел здесь. Так, в коридоре первый шкаф от лестницы. Второй занят. В кукольной комнате... Шкаф. А у нас что по предмету? Непонятно? Зеркало. А, господи. Извините. В дальней комнате нет шкафов. Какие что? Акка. Акки? Я схожу. А костумочку нашли, костумочку? Нет, ищите. А это зеленая комната. Да ладно, а в коридоре он что делал? За мной ходил? Наверное. Ой, не включай. Плюс еще. Я за кофе пошла. Минус. Да? Только что сказала. Да. Слышали? Нет. А, нет. Ты же нас знаешь, мы разве что-то услышим? Так. Призрак, слышишь, призрак? На тебе лазерный, сразу бегай. А что у меня в руке еще было? Ничего не было? Ты ничего не взяла? А, я же выкинула этот ЕМП. Все, вспомнила. Я думаю, почему у меня? Опа. Три кто руки. Где? Когда? Здесь кто вот где? Где-то потрогал. Дверку. Нет? Безосновательно нет. Потрогал? Ладно. Абсолютно. Ой, у меня текстуры не прорисовываются нормально. В плане, где? А, при выходе что-то не прорисовались сразу. Когда такое было, да? Чтоб сразу все прорисовывалось. Так, а давайте в коридоре свет включим. Призраку надо свечу поставить. Вот, отлично. Ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты здесь? Ты рядом? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Что, я не поняла? У меня что, микрофон не работает? Ну, работает, я тебя слышу про второй этаж. Да? А у меня вообще никак не реагирует. Ой, лазерный! По-моему. Но это не точно, сейчас надо убедиться. Что-то я краем глаза заметила. Давай беги! Ты ж бежал. Не бегин, беган, бегун. Ну вроде... Что такое? В соседнем кабинете все падает. Смежные комнаты. Не, минус вон за тобой был в этой. Да-да, это просто смежные комнаты. О! Ну что, лазерный? Смотрю, пока не вижу. Слышь? Давай пробежишь. Ты здесь? Ты молодой? Ты старый? Ты добрый? Ты злой? Ты здесь? Ты молодой? Давай свечку потушил. Ты злой. Бля.
злой, Катя. Он очень злой! Знаете, у меня крик такой, как будто далекий был. Yeah. Катя, ты кричала? Да! Я серьезно, у меня как будто очень далекий крик был. Уходи! Нет! Это моя прятка счастливая! Отпусти и забудь, что ушло уже не вернуть. Потерял, прикиньте. Нашел, что ли? Нет. Лазерный, это дитятко, ребенок. Юрей или Они? Он все, он ушел? Почему? Потому что лазерный минус. А, минус же, точно. Все, да? Все? Так это Они. Так все? Ну, вроде. О, Софья, ты что, тоже Томми была? Я выйти не успела. Ой, как я рада. То есть у нас опять Jurassic Park или Они? Угу. Да. Давайте чего, это, зеркало ломать, фоткать его, бежать. Ролиф, я вчера придумывал разные рифмы на имя Юра, Юрчик, Юрасик, Юрец. Ролиф, если тебе приходит что-то в голову сейчас на рифму Юрасик, то не надо это говорить. Ну, я только хорошее придумал. Например, Юрчик в попе огурчик. Ну что, пойдем это, сфоткаем его? Зеркало сломаем, сфоткаем. А, у нас же делик на доску Уиджи. Конечно, у нас не будет доски Уиджи. Зачем? Я взял фотик. Вы готовы меня спасать? Я тоже фотик взяла. А зачем я фотик тогда взяла? Тогда стоп. Тогда я не буду. Не-не, стой, держи. Я взяла благовоние в руки, чтобы вам потом передать. Вы что, охерели, блядь? Чего? Взяли. Ой, два фотика они взяли. Ну, мы хотели проверить теорию, вдруг получится. Ну, как я бежала, это вообще, это надо было видеть, конечно. Ору, бегу быстрее в эту прятку счастливую. Так, ломаю. Гараж. Где у нас прятка? Гараж. А он что-то куда-то вообще переехал, ребят. Да? Угу. Бляха, это сейчас его ловить надо будет, это же Они. Ты уверен? Ты зажжёшь, Софья? Мираж, я зажгу. Я врезалась! Я бегу! Давай. Я забежала! Открывай дверь. Нет! Уходи! Иди нахер. Софья, я скинула благовоние вниз. Нет! Я скинула благовоние вниз, внизу лежит. Вот мне иногда кажется, что вот Катя сидит на картонах, и она жопу своей дверью открыла. Нет! Софья, подбери благовоние, пожалуйста! Внизу, под тобой. А кто фоткала, но не сфоткалась? Зато Софина спина вообще во всех ракурсах. Так, короче. Илья, фоткай ты. Я не могу. У меня не получается фоткать Они и Фантома. Я не попадаю в их ритмы. Ой. Они там мигают как-то по-особенному. Нет, они как-то по-особенному мигают же у меня там. Да нет. Да? Они пропадают, убегают что-то куда-то. Что-то куда-то. Что-то куда-то. О, еще одно благовоние. Это я себе скинул, чтобы потом забрать. Эй! Сандра Милс! Сандра Кассандра! Можно еще раз зеркало сломать? Давайте еще раз зеркало сломаем. Кстати, она переехала куда-то в синюю комнату. Но, по-моему, это не джинсы. Походу. Куклу. Ролиф куда-то переехал. Кукле, наверное, да. Да мне когда-то. Дотится. А, подожди. Ой, не подожди. Ой, не подождем. Вот это внезапно было. Софья, ты зажигаешь? Да. Хорошо. Да. И сюда, сюда иди. Иди, мы тебя ждем. Встань.
что, еще развернулся, сделал фотку? Ага. Прикинь, что могу. Ты монстр. Только забыл благовоние забрать. Я закурила. Хорош, меня открыло. А, ну это все равно не помогло. Софи, надо тебе. Софи, теперь твоя очередь. А у нас одно благовоние, по-моему. Да, у нас одно благовоние. Как раз. Пошли. Ой, я раскидала все, но это точно они. О, благовоние. Забрала. Это же мое. На, Софи. Софи, Софи, ты куда? Софи, Софи. Че, все фотики забрали? Конечно. Ну да, да. Вот, у меня три кадра. Сколько? Давай. Там один валялся, давай. А-а-а! На, держи, тебе три, мне один, и стреляем с двух фронтов. Простите, где? Я очень сильно закричала, потому что я заново, кажется, травмировала палец. Ой, господи. Блин, и, кстати, у меня тоже получились фотки Софьи со спины. О, как больно, как же больно. Ой-ой-ой. Я опять выгнала палец не в ту сторону. Ой, блин. Там, кажется, кажется, там вообще глубокая травма. Надо было идти в больницу сразу. Надо завтра в травмпункт заехать. Ну, вообще, если синяк... Да, то я бы поехал. Давай, Софья, ты стреляешь, я добиваю. Я сейчас до последнего зажигать не буду. Ползет, ползет, ползет. Зажгла. Если ни одно не засчиталось, то пусть они пиздуют мне. Есть, хорош. С двух жал просто всадили. Нет, но... А сколько мы фоток потратили? Это же невозможно. Мне кажется, что надо стратегию брать. Два берут фотик, один берет благовоние. Потому что, когда два стреляют, у нас всегда разные тайминги. И кто-то один, но попадет. Просто надо брать вам, короче, фотоаппарат и благовоние в руку для того, кто благовоние зажжет. Пошли. Кстати, у меня на обоих фотках последних есть призрак на фотке. Ну да, вот эта стратегия хорошая, просто надо брать этот, дополнительно благовошки, если что, в шкафу, чтобы зажечь. И все. Ну я думаю, это они. Ох... Ну, поехали. Давай. Надо сейчас обработать, завязать опять, завтра в травмпункт ехать. Ну, что такое? А ты не делала рентген? Mm-mm. Да мне вообще казалось, что там просто... О, здрасте! Каким образом ты, Юра, который кидается во все стороны, как они? Ну, фазмофобия. Ну, либо там она тебя обманет. Ой, ладно.